Меня зовут Алексия Ашворт. Resident Evil. Американский среднезападный город Ракун-Сити был полностью уничтожен из-за утечки Т-вируса, разработанного международной корпорацией Umbrella. Клэр Редфилд, которая прибыла в Ракун-Сити, чтобы найти своего пропавшего брата Криса, и молодому офицеру Леону Кеннеди удалось сбежать из города. Но это послужило только прелюдией к последующим событиям. Месяца спустя. Ваш идентификационный номер WKD-441-96. Добро пожаловать в ваш дом. Ее зовут Клэр Редфилд. Нам удалось установить, что 10 дней назад она проникла на наш комплекс. Скорее всего, она сделала это с целью найти своего брата Криса, одного из уцелевших членов элитного подразделения полиции Ракун-Сити. Двигайся! Субтитры сделал DimaTorzok.
прекрасно. Давай, выходи оттуда. Здесь уже никого нет. Я даже не знаю, где может быть этот отряд сил спецназа. Но в любом случае, их уже точно здесь. Что вы говорите? Ты можешь покинуть комплекс. Но, возможно, у тебя уже нет шанса покинуть этот остров. А как вы? Что вы собираетесь делать? Не беспокойся обо мне. Один шаг, и я пристрелю тебя. Расслабься. Я же попросил извинений. Меня зовут Стив. Я был заключенным на этом острове. И мне интересно, ты ведь не из корпорации Umbrella? Нет, я Клэйр. Клэйр Редфилд. Клэйр? Хорошо. Я запомню. Слышал, что где-то здесь. Когда я найду его, я покину этот сумасшедший остров. Пока. Эй, подожди! Я не хочу, чтобы ты шла со мной. Ты мне будешь только мешать. Yeah.
Положите все ваши металлические предметы в ящик. Крис Редфилд. Что ты здесь делаешь? Крис Редфилд. Это что, какой-то твой родственник? Ты имеешь в виду моего брата? Вы родственники. Похоже, за твоим братом следят люди из Амбреллы. Что? Мне нужно связаться с Леоном и передать ему, чтобы он сообщил моему брату, что за ним следит. Хорошо, что я могу иметь связь с внешним миром. В этом файле указана долгота и широта этого острова. Ха, почему бы тебе не послать эти координаты своему брату? Спасибо, я так и сделаю. Эй, я просто пошутил. Он все равно не доберется сюда, даже если он твой брат. Он сможет, я уверена в этом. Кому нужен этот остров? Тебя ждет разочарование, если будешь полагаться на других. Поверь мне, уж я-то знаю. О чем это ты? Thank you.